Всем привет! Только закончила вязать снегурочку. Вот такая она у меня получилась, небольшая. Еще не измеряла рост ее. Есть, конечно же, нюансы. У меня ножки неправильно соединила их здесь. И основной шов у меня пошел по переду, не по спинке. Спинка ровненькая вся получилась, а по переду. Ну, это ничего страшного, она особо незаметна. Если, в принципе, ты не знаешь, она в глаза так и не бросается. Так, вязала из пехорки, детская новинка. Основной цвет у меня идет голубой, взяла, можно взять темно-синий, вот такой светло-бежевый, это идет цвет тела. Белый, белым связала вот здесь стопу, провязала и рукавички сделала белые. Так, вот это такой коричневый, более он идет, камера, конечно, не передает оттенок. Сделала волосы, чтобы она у меня была такая русая, снегурочка. И обвязала вот такой плюшевой пряжью. Вот здесь шапочку, три ряда. Здесь под горлышко сделала и поясочек такой. И рукавички. Башмачки уже не стала. В принципе, мне и так все нравится. Так что в ближайшее время должен выйти мастер-класс на канале.